Ты захотел купить игру? Остановись! В моем магазине ты можешь купить ее гораздо-гораздо дешевле. Цены на экране, а ссылочка на магазин в описании. Всем бурдюк, с вами Глюк. Добро пожаловать на психику видосиков про Майнкрафт. И сегодня у нас будет кучка маленьких интересненьких видосиков, которые должны быть очень болезненными. Ну, вообще, я думал, что они будут смешными, но тут вау-вау-вау-вау-вау, слышь? Ага, облом. Ты хотел в ту сторону, получай. Чё качество такое, а? Ну-ка, нормальное качество врубили мне быстро. Глюк недоволен. Глюк не любит ждать. Так, идет человек. Ух ты. Сундук с алмазиками. Е-е-е, бесплатные алмазы. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Фига себе. Ты видал, какой шутер из скелета? Вау. Яйки. Это спортзал. Ой, вай, вай. Короче, физике не поддается вообще ни по каким углом. Кроватка. А все говорят, что кроватка мягкая. Клей. Это клей? О, пистолет. А клей при чем? А, понятно. Это неприятно. Опачка. Что за ты? О, печеньки, печеньки. Ну, блин. Там печеньки должны были быть. Ну, неплохо. Скелет знает толк в танцах. Во. Но зомби круче. Зомби однозначно круче. Все, все, прощай, человечишка, прощай. А, ну этот бедрок, короче, покрасил. На лошадку! Да что человеку не дает сесть на лошадку, а? Фига себе. Ой, кепочка на халяву. А это откуда прилетело? Балеринка. Сфоткали в твиттер. Лайки, лайки, репосты, лайки. Печеньки. Много печенек. Печеньки. Наркоманские зомби. О, нормально. Работает. Тост. Что такое? Тост работай. Тостер. Тост. Ты в розетку не воткнул. Плащ? Или это чей-то язык? Похоже на плащ. Давай, ты сегодня Супермен. Нифига себе. Я думал, он реально полетит. А он не полетел. Обломчик. Еееей! Вперед! И все? Вау. Вау. Что-то высоковато. Высоковато. С приземленцем. Эпик фейл. Достижение получено.
Да вот козлина, тортик не дал сожрать, а? Дай ему этим тортиком по роже, а? И этому по роже тортиком дай! Все, никто больше не подойдет. Все. Сраные птицы! Или летучие мыши. Бе. Слизень, 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 слизень. Разгончик. Давай в рожу ему. Хренакс. Опа. Он тело получил. Круто. Как скелет может рыгать? У него нету ничего. Вот там. Пищеварительной системы, боже мой. Он ему скальп снял. Как? Ух ты. Ты ж глянь какой, а? Опа, опа, опа! И все. Я так и думал, что сейчас что-то подобное будет. 0-1. Бинарный код тут. Не допрыгнешь, чувак, не допрыгнешь. Просто рожей сейчас зацепишься и все. А, не? Да ладно. Вот уж чего не ожидал. Печенька, печенька. Вот это похоже на реальный Майнкрафт, блин. Зацепишься какой-нибудь хренью, блин, и все. Ты еще паутины поставил? Давай загрузи его, суперкурица. Че? Это как? Лего. Кубик Лего. Все, Халк, успокоился. Это тоже хочет быть Халком. Не получается. Не нажимать. Пожалуйста, не нажимайте назад. Не подходить. О, конечно, нужно нажать на кнопочку. Ну, дурак, здесь же написано, не нажимать. Что-нибудь плохое случится, точно. А может быть, это заговор? Он подумал, что это заговор. И все? Я же говорил, что что-то плохое случится. Лол. Что же это за блок? Ты знаешь, что это за блок? Нет, я не знаю, что это за блок. Давай пнем его. Твою мать. Ребят, это самый могущественный блок во всей игре. О, он печеньки дал. Дай две печеньки. Хренушки тебе, гриль тебе. А не печеньку. А этот печеньку жрет, нормально. Спрятал динамит. О, алмазики. Откуда там алмазы? Ты же... Ну, отлично. Просто гений. Взял очки, отнял. Ну, нормально. Ну, ладно, на, возьми. Йоу! В очках всегда себя чувствуешь гораздо круче. Кола Блокс. Все, теперь смешиваю ее с Ментосом. Воу-воу-воу-воу-воу. Хотя нет, даже Ментос не обязательно, видимо. Идейка. Не лампочка, а факел зажегся, нормально. Джетпак. Е-е-е-е! Да ты не учел, что там потолок, да? Ну где ты стоишь, дебил? Это единственное место, где был потолок, и ты под ним решил взлетать. А, понятно. Кто потолок сделал? А, да ладно. Он поднял? Эй! Что?
штаны себе порвет. Что это за магия? Что за магия? Я сам в шоке, что ты на меня смотришь так. Нормально, нормально. Подбежал, просто хренакнул ему чем-то в рожу. Цветок против вилки. Против пистолета. Базука. А против базуки, что против базуки есть? Танк. Против танка сейчас... Давай он просто папу позовет, да и все. Чё это? Чё это? Граната? Видимо, да. Он решил, короче, это не мериться с ним пиписьками, а просто взял, кинул маленькую гранатку. Промазал. Мячик квадратный. Да что такое-то? Куда ты мячишь, козлина? Оу, это был не я. А, ну ладно, еще один кину в него. Что ж ты не ловишь-то? Канат. На такой высоте канат. Давай, мужик, учись ходить. Представь, что это... Что ты в цирке. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Высоковато. Нет. Вся жизнь пронеслась перед... Серьезно, оно вот так было? И что ты выжрал? О, это зелье невидимости. Его не видно. Да что ж такое? Ты говоришь, так вот что это было. На, тебе получай. Не докинули. Оу-е, вышибалы. Фак, е. Вот она, человеческая сила. Не, ну это нечестно. Это против правил. Бесплатный печеньки. Или пирог. Кейк. Вроде пирог. Залазь. Вот козлина, уже сожрал. Как он мог? Там лестница очень длинная. Это было больно. Не попал. Давай, последний. Давай, учись у зомби жопой отправлять бумажки прямо в корзину. Fuck yeah. Вот это я понимаю, вот это круто. Жирная муха какая, а? Давай, похари ему. На! И муха жива. Молодец. Молодец, просто чуть нет слов. Кто эту штуку туда поставил, вопрос? Он что, не видел? Как ее можно было дезабетить? Печеньки. Есть, я выиграл гору печенек. Я сейчас гору тортиков выиграю, да? А, не, редстоун. Целую кучу редстоуна? Кот. Целую кучу кошек. Нет! Фига себе. Че это такое? О, 360 видео. Так погоди, тут нет 360. Так, это был понедельник, вторник, среда.
А, это четверг, пятница. Суббота. Воскресенье. И понедельник. Типа разные настроения в разные дни. Ну ок. Что-то я, правда, там немножко ошибся, ну да ладно. А что, у тебя из бумаги, что ли? Как ты это сделал? Не, никак не хочет. Вообще, ни под каким соусом, а? Ты глянь. Ты посмотри на это дерьмо. Что так? Что про... Где радиоуправление? Все стрелы на радиоуправление? Серьезно? Вот же жопа, а? Молодец. Правильно, так им козлинусом. Они, блин, все ролики вот эти, они берут и портят человеку. Нахрена? Я тебе жопу твою железную надеру, иди сюда. Не получилось. Не вышло. И железных яек у него тоже нету. Можешь бить ему пузо сколько захочешь, ему посрать будет. Он сейчас один раз погладит тебе пальчиком и все. Не нравится, как они нападают сюда такие. О, фига себе, брови у него. Динамит. Хауэрд Чайр. Чего? Короче, он делает какую-то мебель. Судя по всему. Суперстул. Бобы. Летающий стул? Серьезно? На бабах! Так вот, что он бобы жрал. Фу! Ужас какой! Летающий бобы, стул долетает. Парящий стул на бабах. Так и дырка там специально для этого. Ему только еще пожечь оставалось и все. Это уже была бы ракета. Нет, дебил. Молодец. Ну ладно. Уже который магнитофон сломал, короче, так. Чё за... Чё такое? Что это? Какой меткий, а? Ты глянь, мелкий срывает съемки. Вот козлина. Посадите его в клетку, а? За зомби гоняется. Это, наверное, вот так вот происходит у ютуберов, у которых есть дети. Вот так они, наверное, и снимают. У меня их пока что дед. Thanks, guys, for babysitting my son. Спасибо, что последил за моим сыном. Надеюсь, он не вызвал много проблем. Ага, не вызвал, совсем не вызвал. Ладно, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то поделитесь роликом со своими друзьями. Нажмите на колокольчик, чтобы узнать о новых видео. С вами был Глюк, всем бобра. Тебе, братан, ответ простой. Зачем здесь лайк оставить свой? Оставь, чтоб быть по жизни крут. Грести по жизни лучший лук. Возьми курсор, идуй за мной. Мы будем вместе за чертой. Средь байтов лучшего ютуба на свет идет. Таков путь Глюка.